Как ты смотришь на то, чтобы отдать колонку твоего журнала Ангелине Ферентиновой? А ты еще кто такая? Как? Пошу вон! Вон пошу! А ты, сука! Черт, а ты знаешь, что за такое бывает? Да, расстрел. Ну, это я так сказала, чтобы они хоть чуть-чуть почувствовали свою ответственность. Извините. Алло. Да. Людмила Ильинична, ну что за травма? Совершили мальчишки глупость. Директор звонил. Брежнев умер. Как умер? Вот так. Так, может, я дойду до главного редактора, вы же дошли. Я к этому шла долго и упорно. А вот вас, милочка, я таких задатков, к сожалению, не вижу. Я же вчера целый вечер извинения просила. Я обещаю, я больше никому никогда ничего. Я когда его увидела, сразу почувствовала, что с этим клоном будет беда. Он не мог. Прямо сейчас согласилась пойти на юбилей счастливой супружеской жизни. Потому что считаю, что вы ошибались. Батили хапес от хата, швай порли бабайт. Кеним тум темет, кеню ев тут ха. Не мартили ха, шеев, шеев, бабайт, бля, дыхай, как говорю, так шель ха, ну ма, си так шав. Хорошо, хорошо. Да. Просто шишик балес. Поехали. Да? Сейчас. Аллочка, во-первых, это плохо влияет на состояние вашей кожи. Да? Да. Во-вторых, неужели вы думаете, что тараканы, которые вскоре у вас заведутся, помогут вам свести баланс? Да? Идет, мадам. 55 по 3, 55 по 3. Сопровождение такое, саксофонное. Садушек берет. Не подходите. Не подходите. Подходите. Вы понимаете, как это унизительно? Не подходите ко мне. Came to see me yesterday. He was from Brazil. He has seen him, Jack and Pussy, living with Indians. He says they claim to have reached that. My dear, it's been years. We've sent almost 100 men to look for your husband and son. And I fear we have to accept the inevitable.